Всем привет! Здрасте, здрасте, здрасте! Девочки, привет! Мою не видели? Это я вышел с туалета. Нету ее. Я там в большом зале, да? Спасибо, девчули, все, увидимся. Давайте, пока. Дорогая, я там руку погрею. Между... Погрею, короче, да. Я спрашиваю еще. Ну что, когда начало? Давай пока посмотрим тренировку, как я к фильму к этому готовился. Хер вам! Да ёп! Дорогая, ты точно знаешь дорогу? Нет, я не хочу ругаться просто, конечно, но... По-моему, на сады другая была дорога. По навигатору, наверное, было бы быстрее. Ну твое, давай здесь вернем, я знаю дорогу. Маленько. Ты вот здесь видишь дорогу? Я тоже не вижу. Сюда точно? Зай, я сомневаюсь. Зай, ну не едет сюда машина, ну. О, о, дорога, дорога. Все-таки, Зая, ты была права. Молодец. Скоро окажемся на садах. Грязище. А? Ну, а на другую сторону моста. Ха. Да. Что могло пойти не так? Конечно. Зая, Зая. Вот ты сказала, знаю дорогу. Ты помнишь? А я предложил тебе навигатор. Давай включим. Ты нет, чё я? Давай, давай. Ну, конечно, все было бы так просто, а? Так, понял, веревка, 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 цепляемся. Да. Да ладно. Ха, за мной повторяет. Давай, давай, давай. Зай, ты понимаешь, что мы еще кредит не выплатили за эту машину? Отличный был внедорожник при том. Ты молодец, ты смелый мальчик. И то, что ты не испугался, это уже много значит. Потому что если бы ты сам испугался, то бабушка испугалась бы еще больше. И мама вместе с ней. Ну что, братан, погнали? Заброшенный город. Сейчас залезем в каждое окошко, в каждую дырочку. Хоп! Блять, как так? Сальто не получилось. А, надо записать. Сальто не получилось. Ноги потому что не согнул, наверное, не сгруппировался. Смотри, братан, что умею. Окно видишь? Хочешь залезу? Блять. Странно, окно не залезает. Ты, как ты, блять, это делаешь? Почему ты везде можешь залезть, а я не могу? И всегда же где-то сзади вообще пёрся, хуяк впереди оказался. Блять. Сейчас найдем какое-нибудь место, где куда не смогу, а ты по-любому сможешь. Вон он, под подвал давай. О, я не смогу, я не могу, не иду. Братан, давай, это твой подвал. Все как ты любишь, там кошки насали. Я пока тут... О, бар. Это же бар, это бар. Сейчас буфлишко найду. Обдохну от этого. Блять, как ты это делаешь? Идем наверх. Будь внизу, брат. Не суйся. Дай насладиться моментом. Стул. Он хочет со мной поговорить. Давай поговорим, стул. А, все, понял. Ха! Хоть от брата отдохнуть, да. Блин. Как
ты задолбал. Вот, экшон. Начался экшон. Стрельба. Вовремя. Мотался. Никого. Отлично. Пистолет. Его видно. Это как бы не то, что сильное палево, но... Опа. Я просто пистолетик, я просто гуляю здесь. Сработало, ты посмотри. Где моя, интересно, лазит? О, Зая, ты здесь. Ты не поверишь, я тут вспомнил про твой борщ. Ты слыхала, что такое соль вообще? Свекла добавляется. Чё ты вчера сварила? Зая, пс. Я пошутил. Отличный был борщ. Пятая точка торчит. У меня там видеокамера. Я снимаю тебя, мужик. Я тебя снимаю, блядь. Щелк, все. Смотри себе на ютубе. Еще один. Улыбочку. Отлично. Ну что, Сталик, куда ты меня привел сегодня? Ясно. Одни мужики. Одни красавцы тут все в пиджаках. Блять, я не из этих мужики, но... Так как я шпион, надо же влиться как бы. Здорово. Ага. Здорово. Ага. Я как бы, ну зацени, зацени. Неплохо, да? Ага. Занимался, да, да? 8 лет, так сказать. Ой, простите, что-то вырвалось. Братан, сейчас будем действовать без палева. Все по стелсу. Все по стелсу. Погнали. Опа. Я просто пистолетик гуляю. Всегда срабатывает. Братан, ты опять куда-то проебался. Где ты, блядь? Так, там мужик вижу. Пока вроде чисто. Брат, ты где, блядь? О, вот он. И как обычно, да? Ну, не забываем, братан. Стелс, стелс. Ну, нахер. Ну, как бы, блядь, я промолчу. Все, не мешайся, давай тогда я сам, если ты не... Блядь, спрячься. Отлично спрятался, красавчик. Братан, ты видишь его? Короче, я держу, хватаешь вон ту палку и бьешь его. О, в смысле? О, ты где? Брат, брат, блядь. Ты за палкой бегал или что? Нет, бывают, конечно, бесполезные родственники. Братан, осторожно! Да-да. Спасибо. Здесь она какая-то ненадежная. Идем. Так. Тебе-то хули бояться, товарищ. Хотя, чё стоим? Прыгай вот сюда, тут место есть. Вон. Хотя это мой шанс, блядь. Это мой. Ты, сука. Не сработало, блядь. Попытка 58, брат еще жив. Что это? Тут что-то интересное происходит. Красим, да?
Саля, иди сюда. Ты посмотри тут. Красотища. Красотища. У нее только краска сохнет. У нее краска высыхает тут же. Нормально сюда, нормально. Ага. Знаешь, как называется? Почасовая оплата. Братан, ты там что снимаешь? На камеру. Ебись уже. Ну да, у нас это семейное. У нас это. Попытка 62. Сейчас ты уже упадешь. Давай, братан. Да ты уже не сопротивляйся. Не сопротивляйся, братан. Я ничего тебе не тяжело? Пс, чувак, ну что там? Видишь его, нет? Давай, ты там смотри, я здесь посмотрю. У меня глаз алмаз. Но я пока не вижу его. Но где-то он, я чувствую, здесь. Да, я там посмотрю. Только не пугай меня. Я говорил же, не пугай меня. О, наконец-то пошла стрельба. Экшон, экшон. Держите, пацаны, держите. Держите. Дайди, дайди. И ты тоже получишь свою дозу. Хова, хова. Блядь, братан, спасибо, что помогаешь, честно. Я тебе потом так же пиво куплю, понял? Ха, ради пива-то, конечно. Это высокая башня, да? Кто-то мне подсказывает, очень. Раз мы здесь, то пизда этой башни. Блять, я же говорил! Фу, нормально все, нормально все. Нет, нихуя не нормально. Я же, блять, говорил. Нет, опять нормально всё. Снова ты, блядь. Где мой брат, когда он нужен? Я ж тебя один-то не осилю, блядь. Опа. Не, ну сейчас я реально рад тебя видеть, братан. Сейчас мы её наваляем, двоечка. Ну погнали, чё? Брат, блядь, от тебя пользы, пиздец. Брат, спасай! Меня пиздит баба, брат! Спасай давай! Братан! Блять, ты реально бесполезный! Так, где кипишь? Сюда! Сюда иди! Братан-то поварёшки висят! Бей поварёшкой! По яйцам, нормально! Ёпта! Фу, братан, что я хочу сказать? Ты реально бесполезный. Наверх, по-моему, один остался. Так ты меня не видишь? Ты меня не видишь. Ха, сработало, блядь. Зато я тебе сейчас как дам. А, нет, не так. Ой, ёпт, моя жопа. Блядь. Опа, брат. Ты посмотри. О, ёптать. Ты, брат, все, братан, больше я сам все буду делать. Ты, я тоже хочу быть как ты. Видал? Ты видишь? Спина. Спина я уже накачал, я хочу быть как ты, брат. Здравствуйте. А? Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, а? Мария Ивановна. Ну что? Что, как презентация? Чем-то у вас тут пахнет? Чем-то... Нет? Нет? Фу, ты ёптать! Мария Ивановна! Фу, блядь! Как не стыдно! О, Сали! Блядь, да вас реально хуй убьёшь, а!
Я так понимаю, я тебе только прическу поправил этим взрывом. Всем привет, кто посмотрел это видео. Извините за качество, я просто еще без опыта. Это мой самый первый ролик, так что есть куда расти. Понравилось — ставь лайк, не понравилось — не ставь. Все, всем пока. Ой, лемурчик, Салли! Я люблю тебя, Сонни Бой. И я себя люблю.